Легенды нашего телевидения. Мало кто знает, что первый телевизионный продюсерский центр назывался «Могучая кучка». Его основатель Модест Петрович Мусоргский даже придумал свой музыкальный канал «Мусоргское телевидение», или сокращенно MTV. Но запустить его не удалось, так как никто тогда не умел создавать музыкальные клипы вместо опер. С юбилеем, пятый! Пятый легендарный.